Ну, пока вот, дорогие друзья, приехал на велике, стоит в углу пока. Первый сигнальчик был. Очки такие вот выпали у нас. Вот такая смола попалась хорошенькая. Рядом дихлофос. Вот тут у нас конец деревни. И считается дорога здесь. Фермы были. И думаю, здесь все прошли по бокам. Да нет, сигнал есть, попадается ведро. Значит, не проходили, дорога здесь такая. Да, сигнал есть, если есть, сейчас найдем какую-нибудь популярную вещь. Здесь же колхоз рядом был, я думаю, все прошли, архангельские. Не знаю, как вы ходите. Сейчас мы найдем металл, да. Прибор у меня Garrett ATmax. В Ютубе все есть, можете посмотреть. Я уже обзор на него делал. У меня такой сигнальчик. Знакомый сигнал наш 8483. Вот он мой сигнал, корень здесь такой. И вот уже лапка торчит. На металлокопе всегда надо подкачаться физически. Сперва, а не так просто металл искать. Взял и пошел. Физический труд был, чтоб его. Вот она у нас. Даже целенькая оказалась. Как так? Такой сигнал нельзя пропустить. Уже сигнальчики есть, вот пару штук уже. Очки Бэтмена вспомнил. Очки Бэтмена. Люди же сейчас как ходят. Вот приехали на коп, дорога есть. Где открытое типа место, они сразу сюда вставляются. А тут открытое место. И никак не проходили, что ли? Да, ну не может быть такого. От дороги открытое место. Думаю, да, я решу пройдусь. Может, что-то есть действительно. Но мой друг говорит, ходили, да, ходили. Ну, не знаю, как ходили тогда. С этой стороны все ясно. С той стороны гром громит, кусты трясутся, медведь малина рвет. Вот, 50, 60, 70 скакал, такой сигнал. Думаю, посмотреть надо, что такое. Что-то такое лежит непонятное. Уже вспотели, как говорится, душно. Вот такую трубу фартанули. Килограммчик 15, наверное, будет. Вот, толщина, не знаю сколько, еле вытащил. Very good, very nice. Вот так вот надо быть мокрым. Фух. Вот такая труба. Тут вот мелочь собрали уже, неплохо. Всякого набирается. Вот так вот, газовая плита, блокомфорки снизу. Такая газовая горелочка появилась, эти дюраль-алюминий. Такие крутилки у них. Вот что-то уже от какой-то техники. Металл прет. Лед здесь, да. Вот батареечки быстро умирают. Два отделения. Сейчас я опять сигналить начнет. Батареечки уже Валбер заказал. Пришли новые. Пока пусть отдохнет. У нас такой вот уже набрался. За 2,5 часа. Сейчас кучку перетаскай все. Все, кучку перетаскали. Так, неплохая уже. Так вот, начинает глючить. Хоть два отделения у него. Вот, два отделения, конечно. И вот так вот глючит. Батарейки или что ли? Два отделения есть. У от прошки так не было. Вот и Макс, вот что-то он мозги парит. Так вот, два отделения есть. Все равно будет глючить опять. Вот такая пила, которая тебе, мне. Старенькая. Такой сигнал был. И это у нас вот такие яйца чьи-то. Кто скажет, чьи такие малюсенькие. Маленькие такие. Ладно, трогать не будем. Пусть живут. Мама не прилетит скоро. Такой трос попался. Случайно. Звучит как проволока. Я их не копаю. Сейчас попробую откопать. Такой неплохой трос попался. Килограммчик. 15, наверное, будет. Вот напоследок трос. А тут уже все нашел. Такой последний сигнал был. Колесо. Все под деревом здесь вот все лежит. Вот. Да, колесо есть. Вот предмет. Надо вытаскивать. Сейчас на мотоблок все равно приеду. Сейчас приеду на мотоблок и заберу как раз товар и за ним. Вот такое колесо было. Небольшой, легенький, но пойдет. На мотоблоке приехали уже. Грузим остальные. Ну, поехали туда. Ну, все.
вот так нагрузился и поехали домой. Ну и вперед на наши любимые весы. Ставим наш металлчик. Да, вот эти от газа горелочек латунные. Сейчас мы их снимем вот уже и свешаем еще. Они вот так вот просто откручиваются. И все, молотком побил, открутился. Вот сейчас вторую. Ну так вот, 93 200. Нормально, very nice. Ветерок, дождик собирается, мимо все у нас проходит и проходит. Все, very good, very nice. Привезли наши металлчики. Плюс латуни есть такие у нас еще вот. За 3,5 часа. Нормально, когда как везет. И такой камень же подхватили с собой. Вот здесь металлчик. Кувалды его пару раз бить и будет. Very good, very nice. Так, ладонечки распилили. И вышло у нас 600 граммов. На таких весах было 620 граммов. Здесь у нас 600 грамм. Нормуль. Вес имеется.